Ребята, друзья, подписчики, всем большой привет! Сегодня второй день копа. Пришли мы в такой лес. Сейчас немножко здесь походим. Потом походим по полю там. Хочу передать привет моему братану в Голландию. Леха, большой тебе огромный привет. Ну что, друзья, кто не подписан, не забывайте подписаться. Будет много интересных видео. Поехали! По традиции первая находка. Сейчас посмотрим, что лежит. Сейчас будем смотреть. Что-то здесь. Вот она. Красавица. Ошметок какой-то. Наверное, к счастью. Хе-хей. Я вижу монетку. По-моему, это монетка точно. Только монетка так звенит и так торчит. Вот она красавица. Сейчас я ее сполосну. Мы посмотрим, что за монета. Ну что, ребята, как всегда, убитая. Профиль виднеется. А что за монета, фиг его знает. Как всегда. Очень обидно. Прямо плакать хочется. Знакомая нам пуговка с гербом, битая в хламину вообще. Ребята, монетка, как всегда, хламинго. Сегодня день убитых монет. Ну, глубоко лежала, могу сказать, и терочка еле цепанула, тоненькая зараза. Терка еле-еле цепанула, но все-таки взяла. Ребята, вот такие вот находочки попались. Вчера был один наперсток, сегодня один. Кстати, не я нашел. Он комрад ходит. Это его находка. Его заслуга. Не буду лезть человеку, знакомить вас. О, четвертый уже. И вот такая вот вещь мне попалась. Какая-то статуэтка поломанная. Рукой машет. Еще дальше. Ути маленький. Не кусит он, не? Нет. Хорошенький. Нам думаю, что покормят, а у нас хлеба нету. Ути маленький. Мощная такая вообще. Да. Ой, травки. Видишь, что кормят? Смотрите, какое место я нашел. Какой-то бункер. Сейчас мы посмотрим, что там происходит. Так. Ага. Все ясно. Нифига себе. Вот это прикол. Бля, летучая мышь, нифига себе. Ой, не испугался. Сейчас включу фонарик. Вода кругом стоит. Тут уже кто-то копал, смотри. Копано, вон, смотри, вытащено. Так что мы здесь не первые. Значит, сходили? А там что? Там что, ничего там. Немцы там у нас уже. Летучая мышь вылетела, чуть мне не в рожу прям. Зашел. Ой, ребята, какая-то штука непонятная. Какие-то рога, что ли. Да, да, точно рога. Надо сегодня домой звонить жене. Добро это все. Во, ребят, попался мне коник. Детская игрушка.
Купила мама коника, а коник без ноги, даже без всех четырех. Жалко, что не целый. Это маленький монитосик попался. Как всегда, не разглядеть ничего. Вот такая вот беда с полями у нас. Как всегда, друзья. Как же я от этого уже устал. От этих убитых монет даже ничего не разглядеть. А серебро мне так и не попадается. Да. Ребята, с почином. Серебро. Кулончик серебряный сейчас помою. Я счастлив. Я просто счастлив, ребята. Вот, друзья, такая красота. Ай, красота. Ай, красота. Красотулька. Это что же у нас такое-то? Да, это Иисус Христос. Отлично. Отлично. Уже не зря сходил сегодня. Супер. Да, по традиции, последняя находка. О, гирька, а, это бубенчик. Это бубенчик, ребят, отлично. Дома его почистим и сделаем фоточку. Бубенчик уже третий здесь. Зашибись. Что, ребята, подведем результат. Колечко. Монетки, как всегда, упоротые, убитые в хлам. Но самое главное, медальончик. Кстати, с задней стороны проглядывается год, 1916 год. С гравировкой именной. Отлично. Раз десятый я уже по этому полю хожу. Ну, друзья, на сегодня все. Вы были на канале «В поиске кладов» с Серегой. Кто не подписан, не забывайте подписываться. Пока! Крабики, крабики. Крабики, крабики. Так и норовит укусить. Боится.